первый день майских праздников все стремятся выбраться на природу. Кто-то открывает дачный сезон, а кто-то проводит время на пикниках в компании друзей. И все мы ждем, что синоптики порадуют нас своими прогнозами. 29 апреля нам обещают облачную с прояснениями погоду. Утром плюс 5, днем столбики термометров поднимутся до 16 градусов тепла, ночью плюс 7. Ветер западный 2,5 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде без осадков. Утром плюс 5, днем воздух прогреется до 14 градусов тепла, ночью плюс 7. Ветер западный с порывами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В столице ясно. Утром плюс 5, днем столбики термометров поднимутся до 16 градусов тепла, ночью плюс 8. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.